Европа X20+. Ну да, там только один рабочий. Подожди меня, никуда пока не заходи, блядь. Ну пока зайди на серф и жди меня. Подожди, я в настройки хотел зайти. Блядь, какие нахуй настройки, блядь? Вот, Зачем тебе... опции, гамма, текстуры, все А, высокое. ну это все... Нахуй тебе высокое у тебя же лагать будет или нет? Нормально будет? Нет, я же видюху новую купил. Ага. Вот смотри. А почему вот нету этого, ну, большого экрана? Да не надо, играй в окне, так Я удобнее не играть. хочу, я хочу в большом экране. Как это Нельзя выбрать? так играть, эта игра такая. Нет, можно. Пошел нахуй, давай уже все. Короче, ты в окно зашел, нажми создать справа. Сейчас, подожди. Ты можешь экран показать, у тебя лагать не будет? Язык, видишь, качество. Гамма средняя. У тебя лагать не будет, если ты экран покажешь, или будет? А что? Я тебе все покажу, все объясню, блядь. Объясни так. Сейчас зайдем вместе, будешь объяснять. Ну ладно. Я уже зашел, тебя жду. Вот, во весь экран. Нашел. Просто надо У было... тебя сейчас лагать будет, хуям все. Сейчас посмотрим. Кого будет лагать. Так. Ну что ты где сейчас? У тебя сейчас такое, типа дорожка вперед, Создать. да? Создать я нажал. Создать нажал, так ты не торопись, ты жди меня, блядь, я тоже нажал. У меня загрузка, подожди. Сейчас загрузка пройдет. Блять, у меня не отвечает. Сейчас подожди меня, пока ничего не создавай. Ну что, всякого говна запущено. Выбирай, Имя. короче, кем будешь играть? Человеком, эльфом, темным эльфом, орком, гномом, камаэлем. Выбирай. Я такого же, как и ты, буду делать. Ау, блядь! Сейчас я смотрю, ищу. Кого ты ищешь, блядь? Ты мне скажи, кого ты выбрал, блядь. Выбираю пока что, подожди. Ты сейчас там навыбираешь. Ты мне только говори, кого ты делаешь. Короче, темные эльфы. А, Темный, не, не что ли? темные. Нет, Но... нет, подожди. Человека или эльфа выбирай. Нахуй темный. У меня уже есть просто темный, я не хочу темным быть. Магом будешь или бойцом? Я хотел ассасином быть. Так ассасин может быть и человек, и эльф. Это дайгерщик просто. А. С ножиком. Ты с ножиком, что ли, хочешь быть? Да. Короче. А магом не хочешь быть? Камель. Воин. Пол. Мужчина. Ты Прическа. долбоёб, нахуй этих куриц ебаных. Давай кем-нибудь другим. Ты Че кого твои? выбрал? А че ты не хочешь? Так нам надо, чтобы мы вместе появились, дурак, блядь, А ёбаный. что, мы не вместе появимся Нет, разве? конечно, у каждой расы свой город начальный. Ты КМЛ выбирай. Ну вот, КМЛ, дальше ты класс какой выбрал? Воин? Да. Тут только воин. Мужчину, женщину выбрал? Мужчина. Тут, кстати, фишка, знаешь, в чем? У мужчины свои только профы, у женщины только свои. У мужчины не может быть такая профа, как у женщины. Ты мужика выбрал? Да. Ну а дальше уже там смотри, какую причесон, да чё да. Подожди, пока не создавай еще. Ник-то ты какой сделал? Скажи мне, чтоб я тебя знал. Это таракан. А почему тут только одно крыло? Да, одно отодрали, я говорю, рваная птица, блядь. Нет, тогда давайте руки, я думал, что два Да, крыла. блядь, ты уже поделись, ты заебал. Давай человека создавай, блядь, и не А тупи. ладно, давай КМЛ не попробуем ими поиграть. Может, полетаем? Я тебя сейчас убью нахуй. Да КМЛ или кого делать? Летать нельзя, долбоёб. Как хочешь. Ты кого выбрал мне? Покажи экран, блядь. Ты мне сейчас... КМЛ, КМЛ, все, КМЛ. Воин, мужчина, да? Да. Создать? Подожди, я тебя убью нахуй, если ты создать нажмешь. Ты ник придумал? Да, бет таракан. На русском? Бет курица надо написать. Слышно, надо написать бет курица. Напиши бэт курица. Я напишу нуб курица. Как ты написал? Бет таракан просто. А мне как? Нуб-то уже занят, тут 500 нубов уже создано. Тогда нуб курица.
Нет, однокрылый нуб. Однокрылый нуб, блядь. Крыло нуб. Крыло нуб, да. Крыло нуб. Как назвать, я не знаю. Крыло нуб, давай. Рыло нуб. Рыло. Рыло нуб, блядь. Создать нажимать. Да, рыло нуб у меня теперь вот. Ты создал? Тебе нажми. Имя персонажа, подожди. Заново надо вести, правильно. Ты долбоёб, правильно, есть значит такое? Все, я создал. Начать нажал? Нажал. Жди меня, блядь, никуда не ходи, я тебя убью нахуй. Я, короче, в лес побежал. Ты долбоёб, что ли? Такие клёвые кабанчики. Где ты, я тебя не вижу, блядь, тут нету кабанов вообще. Блин. И чё, где ты? А вон бет-таракан стоит, блядь. Блин, а подожди, чё чат открылся? Рыло, ну бет-таракан, блядь. Слушай, а как ходить? Только этими... Нельзя кнопками ходить или можно? Мышка есть у тебя, левой кнопкой мыши. А на стрелочках ещё можно ходить. Блин, я хотел на В, а с Д делать. На стрелочках неудобно. Мышкой привыкни к управлению, побегай, да чё да. Я хочу В, а Д пробовать. Смотри. Подходишь к этому мобу, вот к этому, допустим, к такому, да? Эй, урод, иди сюда. И нажимай F1, блядь. Да не к нему, давай. Это мой, блядь, гад ёбаный. Давай, кстати, пати создадим, вместе будем качаться. Группу, принимай. Там поебень у тебя должна появиться. Все, мы вместе. Я помню, мой брат... Ебош! Пошли, короче, у нас уже 4-й левел, и можно идти туда, блядь. Короче, смотри, видишь, открой сундук, тап нажми. Тап нажми, блядь, куда побежал? Открыл у тебя сундук, короче, там вещи, да чё да. Вот, суперпак. Распакуй No Grade Beginner Adventure Support. И, короче, там можно выбрать меч и шмот. На халяву. Навсегда? Да. Что мне одевать? Блять. Да, блять, обычные легкие. Нельзя почему-то. Условия, говорит, не соблюдены, блять. А, 6-й левел вроде там еще надо. А где ботинки? Короче, будут потом. Короче, меч хотя бы одень и, блять, пошли. Вон, пошли мобов хуярить, пока качаться нам надо. А какой мощный меч? Я не понимаю. А вот этот мощный. Так который появился, блядь. Ты чё тупишь-то? Мы такие эпичные. Мы, кажется, павшие ангелы, да? Ну да, типа того, чё-то. Нам оторвал бог одно крыло, и мы такие... Почему нельзя использовать условия? Что за бред это, ебаный? Я в тот раз, у меня все нормально было. Давай зайца замочим. Бей бедного зайчика, блядь. А почему мы издали бьем, а не изблизи? Подожди, я забыл, где тут город, блядь. А, вон. Так мы изблизи бьем, дурак, блядь. А я издалека бил как-то. Я тебе говорил, давай выберем, блядь, лучников или магов. Ты сказал, нет, вот тебе, блядь, и все будешь сблизи. Не, я говорю, почему мы не изблизи бьем, а издали, я спрашиваю. С какой дали, долбоеб, мы изблизи бьем? Блядь, я не туда побежал. Куда ты побежал вообще? Вон туда надо пиздовать. Рыло нуб? Надо было крыло нуб присядь. Вообще, короче, проще нажать КМЛ Village. Scroll of Escape нажми. Слышь, мы вообще на каких-то бабах. Там, короче, свиток в сумке у тебя. Scroll of Escape KML Village. Нажми на него правой кнопкой мыши или два раза левой. Scroll of the Escape KML Village 10, да? Да-да, нажми два раза левой или один раз правой. Куда ты исчез? Что хули, кинул тебя нахуй. Брод, я сейчас тоже к тебе прилечу. Почему мы на таких геев похожи? У нас вырез на груди, что за хрень? Ты сам сказал, блядь, давай этим поиграем. Вот будешь гейм играть, блядь. Голубые какие-то, блядь. Это аниме, дурак, корейцы придумали. Вот тут и все смотрятся как геи, всякие эльфы эти, блядь, все... Камели. Где?
Где ты? По карте ищи меня, зеленая точка, блядь. Ты от меня спрятался, я тебя найду. Где ты? А, вон ты. Видишь? Побежали мы туда, квест сделаем. Там денег дадут немного. Что я по лестнице? Чё? По лестнице что-то не мог подниматься. Ну иди ты уже! Быстро давай догоняй его! Быстро-быстро запусти свои ноги вперед. Какие лазеры, ты чё с ума сошёл, блядь? Короче, подходи к этой пизде Маркелла, нажимай на нее и задание выбирай. И выбирай проверка снабжения. Пусть копье разделяющее задание давай. Золотые хомы проверка снабжения. Не, проверка снабжения делай, да. Сказать, что поможешь. Сделал? Принял? Да. А то зря пробегаешь, побежали. У тебя стрелка должна появиться над башкой. Нет, не появилась. Блядь, ты значит не выбрал? Блядь, подходишь к этой пизде. Нажимаешь на нее. Задание, проверка снабжения. Выполняется, написано. Ну все, побежали за мной, я тебе дальше скажу. А где стрелка? Значит, ты дурак, я не знаю, зачем у тебя стрелки нету. Что ты меня не договариваешь, урод. Или нажми задание, там, короче, внизу справа, на угол, типа этот, свиток такой, задание. И посмотри, есть у тебя там проверка снабжения или нету. Есть, есть, выполняется. Ну беги за мной, где ты? Вот, все, появилась стрелка, надо было просто плюс поставить, чтобы она указывала. Ты где, блядь? Бегу. Эту слушай, стрелку... я в моему RPG не первый раз играю, знаешь, как здесь все делать почти? Ой, знаешь, блядь, если б не я, ты вообще бы умер сейчас тут-то. Ты как я знал, бы умер? Как от первого уровня, который, блин, вообще как я сидел, я вообще ничего не понял. Я пришел бы тебя бы прям в стартовой локации сливал бы в ПК нахуй и все. Так, где ты там, урод? Рыба, ну-ка, иди сюда. Это не рыба, а рыло, блядь. Пофиг, будешь рыбой. Подходи, короче, к этому бенису, пенису какому-то и нажимай квест, блядь. Это не пенис, а бенис. Нажми квест на него. Все, гони сюда, мои бабосы. Беги, бабосы, еще надо пробежаться пару раз, дурак, блядь. Куда еще бежать? Так беги за мной, блядь. Ну вот говнюк, а. Я тебя сейчас наебусь, я деньги заберу. Ах, ты меня еще замочить, значит, хочешь, да? Кстати, можешь еще открыть еще, короче, один сундук синий, он называется что-то референс пак, что-то как-то так. Ну не который дегрейд, а другой, короче. Понял? Пусти меня, я хочу покупаться, подожди. Короче, ты ничего там не купишь, ты бомж. Я купаться хочу, говорю. Там, короче, в этом сундуке есть две руны, которые экспу и спу дают 50%. Почему ты не летаешь? Полетай хотя бы одним крылом, не знаю. Он не умеет летать. Это разучился. Это не ПВ, блядь. Пусть отрежет, ампутирует себе это крыло. Ну ты где, блядь? Давай быстрее, тебя заебался ждать уже. Подходи к нему, этот же квест сделай. Сделал? Пошли. Опять? Да, блядь, нажми, блядь, проверка снабжения. Да ты как думал, блядь? А жалко уже. Тебе деньги за просто так, блядь, никогда не дадут. Мы что, туда-сюда просто будем бегать? Да, всю жизнь туда-сюда будем бегать. Так, блядь, это квест, надо же поработать, потом заплатят, так ведь? Что-то поделать. Вон, там что-то фиолетовое. Скажут, сходи туда-сюда, блядь. Ой, не туда идем, сюда надо. Мартика, квест. Какой ты NPC? Я тебе не NPC, урод. Ты долбоёб, ко мне иди, дурак, блядь. Ты где? Я не виноват, что оно фиолетовым светилось. Я не туда зашел, олень. Подходи к Нике, короче, Ника. Гроссер. Ника Гроссер. Нажимай квест, дурак. Блядь. Бурак какой-то. Квест у нее нажми. Я знаю. Не беси меня. Ставь рот. Текстуры тебе в задницу. Шо нахуй, блядь. Гроция Стор Манифест, блядь, вы получили. Да, видишь, какие у меня штанишки прикольные, да? Вообще пиздец прикольные.
Да, и видишь, какой у меня вырез на груди прикольный. Сейчас до 20-го качнемся, нам надо будет, блядь, денег скинуть сосновы. Потому что, блядь, сложно вначале. Денег-то нету. Задание нажимаешь, все, все дали, блядь. Там шмот сейчас все дадут. Можешь этот шмот одеть. Он зачем? Пизжи, у меня же вроде круче стоит. Не, этот пизжа. И как он называется? Wooden этот? Да-да, вот весь этот одевай Wooden, перчатки, боты там, да чё да. И беги вперед, туда вот ко мне. Он нет, дает. Все-таки орки круче. Он еще этот дает, всякую. Он еще статы дает, это целый сет, потому что. А у меня там, слышишь, это. Максимум хп. Да? Да, он физзащиту 2% и максимум хп там написано. 41 хп дает. И смотрю на свою грудь. Иди ко мне, подходи к Ньюбай. Ой, блядь, к Нью Гуид. Нажимай получить список доступной магии поддержки, получить магию поддержки. А хотя здесь, баф 200 тысяч стоит, так что пока будем на этом качаться на нубском, потому что денег тут, нет. Кого ты этого? Нью Гвид, блядь, посмотреть список доступной поддержки, получить магию. Понял? Все, побежали. Качаться куда-нибудь. Я не знаю куда. Сейчас что-нибудь придумаю. У меня стрелка появилась. Да убери, просто нажми свиток внизу задания. Еще раз нажми. Я знаю. Alt U, если что, еще можно нажать. Так. К телепорту пиздуй. Где телепорт? Вон стоит, это рога какая-то. Почему здесь нельзя быстрее бегать? На Shift, например. Так. Зачем это надо? И так нормально бегать. Это еще быстро, ты в PvP играй. Вообще там заебался ходить. Там телепортов нету, блядь. Вернее, там есть телепорты, но я, блядь, когда первый раз играл, пока искал этот ебаный Рага телепорт. Или секси шоп? Ну, конечно, Рогар, вон же написано гейткипер, блядь. Что за головные уборы? Акшион? Да у тебя нету ничего, ты ничего не сможешь пока там купить. Короче, телепортация в Глудио, самое первое, Таун оф Глудио, туда пиздуй. Таун оф Глудио, понял? Нет. Блять, олень. Где ты, блядь? В темноте какой-то. Тебя нету, хули, ты не туда телепортнулся, олень, блядь. Конечно. Вон, видишь, медальки покупают, но это наёб. По 3 ляма, это дешево. Ну и где ты? Вон же стою, просто грузит у тебя. Подходи к Белле. Говорит, пипер. Слышь, нет. Ну и что у неё спросить? Подожди. Кстати, скиллы появились. Нажми, короче, на книгу. Про навыки и магия. Нет, скиллы тут автоматически качаются. Навыки и магия. Что так? Физическое умение, усиливающее умение. Да, вот, выбирай, короче. Усиливающее, это, короче, баф. Можно бафнуть вот так. А физический скилл на F2 сделай и будешь, короче, это. Сейчас я пишу на бомбу. Как ее ставить? А, вот сюда сейчас поставлю F2 усиливающий. А это. А это на верхнюю панельку можешь. Чтоб не мешало. Просто нажимать иногда туда и все. Все, короче, нажимаешь на Беллу и выбираешь. Фалнару, стрела, зараженная тьмой. Вот это я тоже возьму. Как ты возьмешь, у тебя лука, блядь, нет. Хотя, подожди, она лук вроде не требует. Ну, сейчас посмотрим. F5. Что-то я не могу, наверное, нажать. В городе нельзя драться, дурак, блядь. А. Короче, выбирай Ruins of Agony. У Беллы? Да, у Беллы Ruins of Agony. Понял? Это где? В телепортации? Да, блядь. Нашел? Нет. Ruins of Agony, блядь. Ты что, читать не умеешь по-английски? Нет. Блядь, ты чё? Я уже телепортанулся. Бля, я заебался тебя ждать. Я уже телепортанулся, блядь. Туда точно тебя нету? А вон, стой. Блядь, мы не туда телепортнулись. Куда побежал сейчас? Сдохнешь там. Они первые уровни. Угу. 20-е, блядь. Ой, ладно, я назад. Ну, туда надо пиздавать. Мы не туда телепортнулись. А давай, может, мы одного моба вдвоем завалим? Ну, давай. Мне так же кажется.
Давай только осторожно, они 20-е, короче. Ну они не особо. А, блядь, красные. Давай 19-го давай, 19-го, видишь, дали. Это лучник, дурак, блядь. У него атака в 3 раза больше. Ну ладно, тогда давай замочим. Давай, короче, сзади вставай и скиллом ебошь. F2. Подожди. Давай, раз, два, три. Подожди, а как? Ебош! Ебош, блядь, хули встал, мы сейчас умрем, блядь. Что я сделал? А, бля, мы соски не купили. А, у меня есть соски. На, бля. У тебя соски, короче, должны быть. Вот, стрела, на. Короче, сундук нажми. Чё, там, баба? Короче, есть soul shot и no grade. Нашел? Ты баба или мужик? Блядь, пидор, ты заебал. Я тебе, ты слушай, что я говорю. Soul shot и что? No grade называется. Нашел? Soul shot и нет. Да как нет, блядь, должны быть. Вот такие, блядь, сейчас я шифтану тебе. Блядь, не туда. А, ты про сундуки, что ли? Вон, видишь, я шифтанул на знак вопроса, нажми, посмотри. А, вот, все, нашел. Куда его ставить? А, наведи их на панель на свою куда-нибудь. Ну, где скиллы у тебя там. Вторая, короче, панель, и нажму ее использовать, да? На правую кнопку надо нажать, а не левой, чтобы использовать. Она, чтобы у тебя блестела, она вот так, как бы... А нажал? Она заканчивается? Когда она закончится? Ну, когда ты бить будешь, она тратится. Она у тебя сейчас блестит или нет? Блестит. Погнали, мочи. Все, пошли, боши. Только осторожно, там агры могут быть другие. Ой, блин, он меня сразу начал бить. Так он агр, не видишь, что ли, у него звездочка? Звездочка это, короче, агр. Ебош, ты чё встал-то? Ты блин, без сосок бьёшь, блядь, олень. Меча открылся, не знаю почему. Ты без сосок бьёшь, блядь. Сейчас соска не буду бить. Правой кнопкой надо нажать, чтобы включилось. Да светится она, я просто не бил. Вот это давай. Давай, осторожно, давай вот этого. Ебош. Хуй ты руками-то бьёшь? Ты без сосок бьёшь, блядь, видно же. Ну соска у меня блестит. Не надо нажимать, надо один раз правой кнопкой мыши нажать, блядь. А чё ты не подбираешь что-то хрень? Это поебень, не надо, это баф и так есть. Бля, у меня башка ну-ка толстая, бей, смотри. Бей, блядь. Что у меня с головой? Я посмотрю, как ты. Бей, блядь, я сейчас умру. Ты без сосок бьёшь. А нет, всё с сосками, всё нормально. Надо, короче, лечилки купить будет. Не, подожди, а что у меня с головой? Да это прикол просто, чё ты тупишь? А давай мы лучника потянем по-любому. Чё у меня с головой? Ты заебал, бей, блядь, давай. Подожди. Скиллы качай, кстати. Скиллы. А нет, нету еще скиллов. На 15. Нету скиллов, что за бред. Ну побежали дальше. Это что, херпл так, что это? Я крит подобрал. Знаки вопроса появляются, если просто закрывай их и все, они не нужны, это все поебень. Слышь, мы даже один на один можем сделать. Смотри, мне медаль выпала. Вот, смотри, давай вот того воркера. Ёбаного завалим. Давай, если потянем. Он красный, слушай. Да похуй. Он сильный, блядь, я тебе говорю. Так, что ты... Ебош, хули ты встал? А говорил, не потянем. Кстати, в группе быстрее кач. Ну как бы здесь полегче, вот на сложном сервере мне потянули бы, я тебе говорю. О, что это вот тут все валяется? Осторожно, я сейчас сагрю их сам. Подожди, это? Это говно все, весь дроп падает сразу нам в сумку, он делится на двоих. Рандомно. Всякие ресурсы, поебень всякое. Вот это что за молния. Какая молния? Вот. Это крит подбирай, вот этот вот херб критикал атак подбирай. Он, а? Он криты будет давать тебе, там шанс или силу крита, не помню. А зеленый что будет давать? Это хуйня, это вроде как спид, это не надо, это магом. А вампирик? Ну вампирик можешь тоже подобрать, хотя он есть уже у тебя в баке. А хер пауэр, пауэр вот это тоже надо взять. Ну да, хер пауэр тоже можешь взять. Как убрать свою жирную голову? О, чемпион синий, смотри. Стой, где? Подожди, куда побежал, блядь, не без меня ничего не делай, я сам сагру. Не бей пока, я сам сагру. Блять, долбоёб! Если сейчас лучник сагрится, я тебя убью нахуй. Ну короче, похуй, ебош.
Давай лучника. Смотри, сколько выпало. Спид надо взять, пауэр надо взять. Да говно это все, это не надо вообще, это поебень. Еще пауэр надо взять. Да хуйня все. И баф, баф потом за 200 тысяч просто будем делать. Тут баф бесплатно можно делать, только 200 тысяч на денег надо, короче. Вампирик возьму. Ты вон чемпион, короче, блядь, нам на бутылочки на хп. Я не знаю, потянем, нет? Посмотрим, давай поедем. А, слушай, у нас же баф есть. Стой, куда побежал, блядь? Короче, ты долбоёб, нахуй ты его сагрил. Короче, пей синюю бутылку. Синюю бутылку фрык-коктейль. И ебошь его. Где? А какую синюю бутылку? У меня её нет. В сумке, блядь, фрук-коктейль у тебя есть. Сумку открой. Сумка какая? Блядь, долбоёб, обычная сумка, на которой тап. Я тебе говорил уже. Ну, я понял. И там фрук-коктейль должен быть. Свит фрук-коктейль. А, вижу синий. И синий, какая-то. Один раз синий пробафай. Остальные не трогай, блядь. Красный для магов это. Все пробафу. Так если ты второй раз используешь, ты зря только используешь. Лучше оставь на потом, блядь. Чтоб у тебя баф халявный был. Побежали дальше. Красного чемпиона надо искать. А что, красный чемпион намного круче? Блин, я немного не привык на F мочить. Я обычно на единицу, на эти, на пятерку мочу. Что за лаги ебаные? Да, конечно, круче, он сильнее в два раза. В три даже. Короче, мы сейчас профу пойдем делать. Ты какой левел? Не знаю, 19. Вот, как и ты же видишь, вместе качаемся, как и я же, вернее. Херб, спид. Херб. Сейчас 20-ми будем уже. Побежали вон туда, наверх надо нам. Тихо, что это лезут? Пауэр, так? Да а что они вообще делают? Кто? Вот эти, что я подбираю. Это баф, блядь, который у тебя есть уже. Ты не знаешь, зачем ты его подбираешь. Ты хуйней страдаешь. А зачем их? Стоп, а для чего они нужны? Так не падают, чтобы бафаться, но чтобы у тебя характеристики менялись. Атака, физатака, защита. Атак спид, да чё да, короче. А почему мы их не подбирать? Так потому что тут есть баф на халяву, блядь. Другой. Уже есть у меня? Ну вот коктейль ты же выпил. Ну. Вот, короче. А, и уже подбирать уже не надо, значит. Ну куда побежал, блядь? Все, в город летим. Короче, давай вот этого убьем. Что это? Вот эта мана, которую я сейчас использовал, что она делает? Я забыл. Короче, нажимай Adventure Scroll of Escape. Ну, короче, лететь надо нам в город. Adventures. Adventures? Adventures Scroll Escape. Да. Сейчас. А, вообще-то я долбоёб. Ну ладно, все равно закупиться надо. Тут же можно профу так купить. А, у нас еще и денег, наверное, нету. Но у меня есть 100 тысяч. Короче, сейчас знаешь, как сделаем? Да, 100 тысяч надо на профу. Надо просто, чтобы деньги еще на лечилке остались. Ты где? Беги, короче. Карту знаешь, как открыть? Альтем открываешь, да? Я знаю, знаю, знаю. И беги ко мне. Зеленый такой кружок. Я тебя вижу. На карте просто. Мини-карте. А, ну короче, я около ГК стою. Телепортируешься, короче, в город Гиран. Там написано, короче, Town of Giran. Понял? Сейчас посмотрим. Мувлайт. Подожди, я подошел к телепорту, а он что же не хочет ничего делать? Ты у тебя вообще нету здесь своего телепорта. Ты, блядь, не там дурак, блядь, ёбаный, вниз спустись, блядь. Я понял, ты не к тому телепорту подошел. Короче, нажимай на Беллу, телепортироваться, Town of Giran, понял? Телепортироваться, Town of Gir? Giran, блядь. Нашел? Подожди, нет. Блядь. Я вижу Town of Goddard. Нет, Giran надо, блядь, вот так написано. Giran, блядь. Понял? Это самый популярный город. Сейчас охуешь, сколько там народу сидит, блядь. Где, в самом верху или в самом низу? Блядь, Town of Giran, ты чё такой тупой, там он один только. В самом низу он находится или в самом верху? В середине, блядь.
Все нашел. The Town of Geran, говори. Вот я тебе так и сказал, Town of Geran. Ты сказал, вот, а нужно говорить The Town of Geran. Да нахуй The говорит там, тупому, блядь, понятно, что, блядь, не тупому, непонятно, потому что я начал искать Town of... Там Town of было два. Два не может быть. Ну, было два. Ну, придумывал. Ты где, блядь? Ты не два, наверное, прилетел еще. Стой! Куда побежал, блядь? Назад. Смотри, сколько народу вон сидят продают. Бежим. Что там? Ёбы на пиздец, сколько здесь задротов. Это просто трейдеры сидят. Подходи, короче, блядь. Сейчас продадим. Тут где-то дорого покупала, короче, медальки. Одна пиздень. Блядь, ты знаешь, что похоже? Это похоже на НПОлский рынок. И каждый какой-то чел тут продает помидоры. Помидоры, дурак, блядь. Че здесь, блядь, делать? Подходи, короче, ко мне. Тут тип сидит. О, смотри, тут тип наш есть. Да мне насрать, наш он, не наш. Короче, у меня толстая голова. Джустис его зовут. Короче, ко мне подходи, тут тип сидит, покупает. Короче, который желтый цвет. Где? 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 Да, блядь, я ж... Я тебе говорю, ходи за мной, блядь. Я тебя не вижу. Вот, блядь, я. Тут, вот, конечно, ничего не увидишь столько, блядь. Рынок какой-то, пиздец. Короче, смотри, если желтым цветом, это покупают. Если розовым, то продают. Так что не ведись, ты, тебя могут так... Ты можешь случайно, наоборот, купить, короче, а не продать. И что ему продать? Медаль у тебя есть вот такая? Если нет, то тебе не повезло, значит. Вот такая вот. У меня ничего нет. В смысле? Вот медаль, эвент медаль есть? Она как... Нету, нету. Блять, ну я тебе сейчас денег дам, тебе не повезло, значит. Эй. Все, побежали. А, у тебя сколько слышишь, денег? Слышишь, у меня есть броня, которая защиту делает 53. Ты ее не сможешь продать. А шифтани деньги вот так вот. Вот, она дает... А это сколько дает вот эти ноги? Сейчас, подожди. Выбери группа, короче, там... блять. Внизу, где а, чат. А, это Magic, а это что? Блять, группа, выбери, где чат. Ты пока меня слушай. Блять, они... Вот группа выбери. Что значит МП? Группа, блять, выбери. Тебе это вообще не важно сейчас знать. Тебе научиться сначала играть, блять, надо. Что значит МП? Ничего, блять. Ты сдохнешь скоро, вот что значит. Выбери, где чат, группа, блять, нажми. Ну. Теперь открой сумку, и где Дэна у тебя, выбери ее и нажми на нее Shift. Дэна? Ну а Дэна деньги, блядь. А. Shift нажми на нее, и у тебя в группе должно высветиться мне, сколько денег у тебя. У меня 10 тысяч. Блядь, вот так сделай, чтоб я посмотрел. А Дэна вот так? Как? Shift нажми. Сначала это... нажми на Адена, потом Shift. У тебя само это сделается. Показал? Нихуя ты ничего не показал. Адена нажать? А потом Shift. Блядь, да ты в сумке найди деньги. Нашел. Нажми на них левой кнопкой мыши, блядь, один раз. Нажал? Да. И нажми Shift и левой кнопкой мыши, блядь, вместе. И нажми Enter. А, как мини-тер нажать? Чё? Стоп, подожди. Деньги левой кнопкой мыши. Shift и правая кнопка мыши. Ой. Чем да. Правая, левая, дурак, блядь. Ты деньги... Во, ну хоть так. У тебя 100 тысяч, ну да, так-то хватает, ну учился, блядь. Ну я тебе дам сейчас, короче, 200 тысяч. Принимай трейд, блядь. Принимай. Давай деньги. А я тебе дам, знаешь, что дам тебе? Вот принимай, тебе. Жми да. Да не надо мне ничего, жми да уже, блядь. Только да нажми, а не отмена. Все, я тебе денег дал. Нажимай теперь Alt-B. Нажал? Должно появиться окно большое. На сообщество. А, нажми карьера, выбери там. Список доступных классов Dragon. Нажми на Dragon.
Ты должен вот так же посвятиться. Все, у нас первая профа, блядь. Нажми на скиллы и выставляй себе скиллы, которые надо. Так, скиллы. Я забыл, как скиллы. А, вот, нашел. Тут стан, короче, появился. Стан появился, какой-то появился. Активная призовая сила. Душ. А потом change weapon обязательно выставь куда-нибудь на панели. Это, короче, оружие превращается в наше для куриц. Специально для куриц оружие. Что, какое? Ну, короче, оно в другое будет, меч превращаться в другое оружие. Блин, тут так много всех кнопок. Короче, блядь, нам теперь денег надо, походу придется основу заводить. Сейчас, подожди. Короче, надо, блядь, шмот купить дэшны. Уходи, блядь, никуда. Тихо, меня что-то залагал. Стой вот тут вот в углу, жди меня. Куда я бегу? Сейчас я приду основой. Жди тут, блядь, я тебе сейчас денег нам дам. Угу. Сейчас, секунду. У нас денег нету, просто видишь. Тут проблема с деньгами вообще большая. Сколько ты не бей мобов, денег мало всегда. Ты убежал, да, оттуда? Нет. Вон, с деревом можешь поговорить пока. Души. Волшебство, смена обычного оружия на локальное оружие КМЛ. Возможно, обратная замена. Ой, я не туда зашел, блядь. Что за бред ебаный, подожди. Ну, короче, погнали так. Да, ага, как ты так-то погнали, блядь? Погнали так, квесты выполнять. Квесты, блядь. Секунду, подожди, я денег нам скину несколько лямов, чтобы у нас проблем не было. Смотри. Чё там? Можешь потанцевать, кстати, там всякие движения есть. А, выбираешь рука где, да, действие? Где? Действие? Короче, можем вдвоем, смотри, потанцевать. Сейчас я тебя нажму. Короче, принимай. Танцевать вдвоем. Принимай. Видишь? Да, лол. Два, короче, идиота танцуют, стоят, блядь. Так, сейчас. Дай пять. Сейчас, дай пять. Что-то не соглашается, слушай, зависло что-то, блядь. У тебя все нормально? Да. Может, слишком много дал и 5 я себе показал? Вот. Два идиота, блядь, пейди каких-то. Дай 5. А, здесь, походу, в два окна нельзя, что за бред. Пиздец будет, если нельзя. Я тогда денег не смогу нам перекинуть. А, нет, все, можно, все нормально. Чё ты? Ты такой, а всё можно, я такой аплодисменты взял, сделал танец. Аплодисменты, танец какой-то бабский, блядь. Из них баб сделали, этих ебаных, а не мужиков. Да, смотри. У меня на телепорт 63 тысячи уходит, представляешь? Уже вот этим вот, который главный у меня. Смотри. Я же кое-что сделаю так. Так. Назад немного вот так. Да. Это вот так. И вот так. Нет, немного нужно левее. Так, 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 немного левее. Сейчас, подожди. Вот я, короче, прибежал. Видишь меня? Который другой. Подбежал. Смотри, смотри, смотри. Смотри, что я с тобой сейчас сделаю. Стой. Чё ты собираешься делать? Смотри, он, видишь, тип подбежал. Это я, короче. Что это за хрень? Что... Ты что, за... ты знаешь, на кого похож? На кого? На какого-то чела из Space.
Это, блядь, темный эльф, дурак, блядь, ебаный. Сейчас я тебя прокалю, смотри. Попробуй, хули. Так. 10 лямов скину, нам хватит, да? Да. Опять. Все. Короче, я сам тебе сейчас все куплю. А, нет, все, тебе надо учиться же, блядь. Ёбаный ты в рот. Принимай. Нам хватит, надеюсь, по 5 лямов. Принимай, блядь, танцор ёбаный. Побежали за оружием сначала. Блин, почему нельзя нажать и за тобой именно бежать? Можно на F1 нажимать на стрелочку, блядь. Просто на себя надо нажать. Пиздец ты ленивый, блядь. Ты даже играть уже не хочешь. Что? Мне просто надоело, я не знаю, куда надо идти. В смысле, так со мной пока ходи, долбоёб. Ну вот, я просто взял... Подходи, короче, к Грахаму, блядь. Нажимай купить. Грахаму. Купить, купить, продать. Купить и продать за сразу экипировки для воина, что? Да, самое первое. Опускай вниз и, короче... Молот. Нет, дурак, блядь, нам меч надо. Топовый. Копьё. Меч. О, вот. Crystal Day, такой маленький ножик. Нет, долбоёб, нам меч нужен. Ну я вот и не... большой меч, поиграем с Wars. Я не помню, какой меч нам надо. Короче... Смотрела Wars. Вот, ну, атака, да, атака, скорость атаки быстрая, М-атака 83, F-атака 156, испытание 500 X3. Что, короче? Покупай Elven Longsword. Подожди, я сейчас сам... Да, покупай его. Elven Longsword нашел? Подожди, он сам вверх, внизу? Вот такой меч сейчас должен быть сначала. Тебя покажи. Че, слепой, что не вижу в руках, блядь. Вижу, подожди. И где он должен? Да там и щит, ты че тупишь? Зеленый такой меч, называется Elven Longsword. Он один, блядь, как можно не найти один среди, блядь, других названий? Они там много ножей, знаешь, таких зеленых? Так название-то одно. Блядь, Elven Long Sword. Вот такое название, блядь. Угу. Можешь посмотреть кое-что, что у меня есть. Теперь нажимай, короче, на скилл. Одевай в руку, нажимай на скилл Change Weapon. Ща наколдуем, блядь, тута. Ой, слушай, мы не то, короче, сделали. Ну ладно, похуй. Пиздец, блядь. Мы не тот меч купили. Я забыл, какой меч покупать надо. А где мой меч, слышь? Видишь, он превратился в другой. Блять, мы рапиры выбрали, мы не тот выбрали. Надо было двуручную убирать. А, ну все, побежали. Ладно, нам похуй, нам до 40-го. Погнали курей мочить. Каких курей? Нам шмот надо купить еще. А зачем мы мечи поменяли? Потому что у нас так должно быть, видишь? У куриц так. Подходи к пизде к этой гроссеру, короче. Покупай себе там соулшоты дэшные. День 2000. Соулшоты? Что? Соулшот дегрейд, блядь. Потом ниже опускаешь, личинки можно купить, которые большие. Сколько купить? Чего? Ну, соулшот дегрейд. Ну, я 2000 беру. А я возьму 3000. Бери 3, без разницы. И эти Great Healing Point. Короче, лечилки, блядь. Чтобы не сдохнуть. Лечилки, Great Healing Point, да это? Угу. Сколько они? Сколько? Ну, я 100 купил, я не знаю, сколько. Я тоже 100 взял. То можешь на всякий случай купить Scroll Recovery Great D. Одну штуку, это прямо сдохнуть. Где? Ниже, опускай там дохуя всяких этих.
Days heard, days paid, days. Да, days какие-то. Как scroll, называется, говоришь? Scroll recovery grade D. Scroll recovery grade D, блядь. Нашел? Scroll, вижу, scroll. Scroll, вижу. 6 тысяч стоит. 6 тысяч аден стоит. Scroll recover degrade или grade D. Ну без разницы, да, одну штуку купи и ключей можешь еще купить. Ключи? Ключи, ну, если ключи надо тебе, я лично куплю 5 штук. Ну сундуки иногда бывают, открывать надо. Где ключи? А вот ключи. Еще ману можно купить. Куплю 3 штуки. Зачем нам мана? Ну хотя можно. Ну скиллы требуют, блядь. Она используется раз в 30 минут где-то. Bottle Souls, да? Эликсир Mental Strength. Degrade. Это мана. Она используется раз в 10 минут. Эликсир также... of Life, Эликсир of Life, Эликсир of CP. Вот эти тоже можно купить. Эликсир of Life по штуке 3, блядь. Дэшный который. И ЦП. Ну ЦП это так-то в PvP используется. Ну вдруг кто-нибудь на нас полезет. Эликсир of CP degrade, Эликсир of Life degrade и Эликсир of Mental Strength degrade купи. По 3 штуки. Все. Побежали ЦП и эликсир какой? ЦП, Life и Mental. Mental? А Mental я не вижу. Сам низу около ключей. А, вот вижу. Сколько? 3 штуки? Ну, я 4 взял. Их побольше, потому что мана... А нет, я 2 взял. Ну, короче, блядь, не знаю. Мы сейчас быстро качнемся. Так, ты где? И теперь можешь это все вывести на панель себе, чтобы использовать, когда надо будет. Я сразу 4 панельки дали. Так. Тап и так. Что-то я не вижу, слышь. Кого? Я нажал купить, но я их не вижу, где они. Ты, наверное, не купил, бывает такое. Да? Да. Ты я что, не знаешь, заново вижу твой экран. Ты заново покупать всю эту хрень. Так ты дура. Посмотри, может есть, ты сейчас опять купишь, все, деньги потратишь зря. Не, ну я смотрю, нету вообще ничего. А, мы долбоёбы, у нас же дэш-мод есть, я вообще забыл. Ну, короче, похуй. Ты покупать или нет? Шмот уже не будем тогда покупать. Короче, этот, открой сундук, блядь, там есть синий такой. Degrade. Подожди, надо купить. Сколько ты там купил? А, вот я покупал 3000 вот этой хрени. Ну, да. Тут всё равно мечи говно. Вот этот же дэшный меч, можно дули выбрать или лук. Ну, дули, блядь, это бред. Они, интересно, превращаются? Нет. Короче, сундук открой синий, там дэшный шмот появится. Можешь одеть дэшный шмот. Нам надо вроде бы хэви или лайт, не помню я. Лайт армор, да, нам лайт надо одевать. Все, вроде все купил, то, что там было. Ну, надо купил я, получается, 5 предметов. А, нужно еще хилки купить, 100 штук. Так, ну все, вроде купить. Короче, у тебя должно быть вот так. Так, 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 так. Отлично, вот так вот должно быть, видишь? В группе. Да, вроде есть все. И теперь открой синий сундук с дэшмотом. О, у меня кольцо какое-то есть магическое, одену. Ну, одень на себя его, блядь. Какой, играть? The Great Five Support Pack, да? Да-да, и там, короче, шмот будет. Его одеваешь на себя, вот этот шмот. Называется Come on Surrender Skin Mile, Come on Play It Item, Come on, короче, вот эту всю поебень. Чтоб нам деньги зря не тратить. Побежали. Какой у меня? Wooden, Come on, Come on. Wooden не надо уже одевать, блять, это старый шмот. Gloves, Gloves, что это такое Gloves? А вот, Come on. Mithril Gloves и Play It Bots. Камон, камон, не одевается. Ай, шут. В смысле не одевается? Ты что, тупишь-то? Камон, камон. Побежали, так, давай уже. Подожди, хилку нужно поставить на быстрый слот. Так, и что еще поставить? А еще это поставить. Камон, интел что-то это. О, двойные мечи взял, смотри. Да нахуй тебе надо двойные? Мы, блядь, эти... Нам не надо двойные. Что за лошадь? Куда побежал, блядь, лошадь? Пошли за мной!
Сейчас пойдем куда-нибудь качаться, только я не знаю. А, я знаю куда. Побежали. На X2 будем качаться. Хотя в катах можно, но в каты регаться надо. И, наверное, нельзя еще. Давай проверим, может, в каты можно регаться. Хотя здесь можно и так быстро качнуться без кат. Сейчас. Блин, у меня тут этих рыночных пидорасов все лагает. Ну да, я тебе говорил, тут дохуя народу, блядь. О, подожди, что-то покупают дорого. Кодекс. Что они тут, презервативы, что ли, продают? Тогда хули. Пидорные твари. Ну-ка. Че у меня не идет? Слушай, у меня что-то застряло, может, это понравилось здесь. Регаться, походу, нельзя у носатого. Ладно. Носатый пидорас. Короче, сейчас телепорты уже платные, так что будем экономить. Подходи к телепорту. Ты где? У телепорта, блядь. Так, ты, Годзилла. А нет, бесплатный еще. Короче, телепортируйся The Town of Gudio. Глэли, сиди сюда. The Town of Gudio? Да. The Town of Dion. Gudio надо, долбоёб. Урод. Это мне нравится. Привыкай к названиям. Это называется, короче, ГК. Угол Кипер. Гейткипер. Там же написано. ГК называется, блядь. И что там? Ну это телепорт ГК, блядь. И что он делает? Телепортирует нас, куда нам надо. Блин, у меня сейчас голова болит. Потом, когда ты уйдешь, я буду здесь разбираться, наверное, по полной. Мы же снимаем. Ты только со мной будешь играть, наверное. Ну, не знаю, посмотрим. Не, я буду с тобой играть. Я говорю, что пока, ну, когда ты уйдешь, я буду это смотреть, как здесь что делать. Я подобрал бэшные перчатки, и они к тебе, блядь, перешли, мышь грёбаная. Сумку открой, у тебя, короче, Б-перчи должны быть, Doom Glover. Подожди, у меня что-то лагает. Вообще лагает, что-то FPS просил навсегда. Так ты долбоёб, наверное, еще и фрап включил, да? Да, да, конечно. Короче, телепортироваться нажимай. Да подожди, лагай. Да нахуй комп свой выкинь в окно и не парься. Сам выкинь свой комп в окно. Жесткий диск тоже выкинь. Так ты, блядь, повключал свои ебаные фрапсы всякие. Какие фрапсы? Блядь, хамычи. Вот рыболов. Ой, рыболов. Лёха, если тебя не читать ры, то получится лохнут. Пошёл нахуй, блядь. Ты написал рылохнуп. Рылохнуп. Ты нахуй ты читать не умеешь. Это икс, блядь, а не х. Это х. Пошёл нахуй, блядь. Куда ты пишется? The Village of Gludion, блядь. The Village of Gludion? Не Gludion, а Gludion, блядь. Глудил. Дальше у ГК телепортируешься Орк Баракс. Орки Бракс? Ты, блядь, сначала здесь появись. Вон тут секси-шоп есть, у него всякое. Зачем мы на этот сраный рынок вернулись? А, здесь нет, снова. И что там секси-шоп можно купить? Там все дорого, блядь. Акшион, секс панда кио, уайсим бандио. Телепортируйся в Орк Баракс. Орки Баракс. Да, вот в эту поебень. И что там, орки, типа? Да, тебя ебошить их будем. Злые орки ебошить нас. Ну, сначала-то не орков будем, сначала собак будем. Слышь, серебряный, сейчас серебряный использовать или уже синий использовать? Какой серебряный, блядь? Ну, соску. Так синий, конечно, блядь, дурак, у тебя же... Да, кстати, соски. Орки! 27 уровня! Куда побежал назад, долбоебище, ко мне беги! Нет, я хочу их покосать. Ну и все, сдохнешь нахуй, сам плакать будешь сидеть, блядь. О, блин, они же агрятся. Я думал, они агрятся. Что-то они быстро умирают. Ко мне иди, блядь. Рыболох. Короче, тут шаман сильный, а у нас биржи нету, мы не потянем, он синий. А может потянем? У меня же стрела есть, можем по нему пострелять. Я тебе постреляю, блядь, потом вот умрёшь, сам плакать будешь сидеть, блядь. Зачем мне плакать вообще? Не буду я плакать из-за моего морда. Короче, блядь. Вторую профу будем выбирать, будем другую выбирать, наверное. Потому что, блядь, с этим копейщиком бегать это говно ёбаное.
Да блин, дай мне кого-нибудь помочить. Так пошли вон, чемпион, я его сейчас долго убивать буду. Карабу. Карабу побегу. Блять, этот скилл не работает. Ладно, похуй. Помогай, блять, я сейчас умру. Да беги ты, бля. Что это за хрень? Я не помню, короче, каким тут из них играть по профи, какой лучше. Ну сейчас посмотрим в этом в интернете. По скиллам, да чё, да и там посмотрим, кого будем качать. О, у меня кольцо выпало дэшное. Мы дропнули, блядь, с моба. Может, разными будем. Может, разными будем. Какого-то, давай. Ты, может, будем разными, ты будешь одним, ты я другим, худо. Что это? Double short. Вот это хочу проверить, что это будет. О, двойной удар. Хуйня это. Это, короче, вот мы сейчас играем, который будет по профи пик этот, как они называются-то, пиками, ой, не пиками, а этими. Блядь, нахуй ты на чемпиона полез, дурак, блядь. Ёбаный, блядь. Бей простых сначала, чтобы меньше урона было, блядь. Бей, блядь, чтоб тебе левел дали. Хилки жри, блядь. Хилки у тебя же есть, жри их. Блин, я забыл, что он наехал. Так, скиллы у нас должны появиться. Лысый урод! Стимбэк, 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 стимбэк. Йоу. Я ни при чем, он сам виноват. Так, что у нас по скиллам? Взрывает души. Блин, Лёха, так неудобно на ETF нажимать. Я обычно на единицы, на двойки нажимал. Привыкай, блядь. Короче, часы появились, они ослабляют. Вон, синие побежали. Тут, короче, вообще быстро качать. Тут на чампах качаешься, вообще заебись. Вон, РБ есть. У нас три босса есть, но мы его не потянем. Вон, красный есть. Ебош. Блять, простой с агресса, простого ебош. Ты какой левел уже? 25. Нормально, я сейчас 26 буду уже. Как так я быстрее тебя уже качаюсь? Ты, блядь, где-то пробегал, мозга проебал. Вон, пошли красного ча, попробуем убить. Только, блядь, не агри никого, нахуй. Вон, оранжевых вообще не трогает, а убью, нахуй. Это РБ, блядь, его вообще не... Он агрится! Он агрился! Ебошь его, хули ты побежал? Он агрится, блядь, и бежит, блядь. Хилки жри, главное. Вот сейчас с него дохуя упадет экспыта. Левел меня точно сдадут. Скиллами бей. Ну ты там колдуешь, блядь, колдун. Ебать, он меня снес. Нормально, бутылочки жизни не спасают. Ебошь его скиллами сзади в спину, блядь. Два колдуна стоят, что-то химичат, блядь. Во, видишь? Ты какой левел? 27. Нормально. Вон еще красные их там дохуя. Айда и бошить красных тупо. Только не агри никого, пожалуйста. О, там еще оранжевый. Подожди, вон оранжевый, вот этого сначала. А он не агрится. Так он не агр, потому что ты смотри, короче, около звездочки те агры. Около уровня. У кого нету звездочек, те не агри, значит. Ну, на красных-то сейчас вообще быстро качнемся. Сейчас уже 30-е будем, бля. Уже другое место можно идти будет. Ну, наверное, еще вон того красного убьем. Вдвоем нормально. Че золотая медаль выпала, гад, блин.
Это 6 миллионов сразу, 5 вернее. Сейчас я, короче, сагрю чампа. 29 уровень. Подожди, это не я хочу повалить. Блять, хули ты лезешь куда не надо, блять. Не видишь, он лукер сейчас отбегать будет, блять. Бей, блять. Сейчас, короче, ты танковать будешь, потому что у тебя есть... Блин, опять забыл, что мне не на F нужно нажимать. Сейчас ты танкуешь, потому что у тебя есть эликсир, лайф, блядь. Когда, короче, мало хп нажимаешь на него. А у меня нету его, блядь. Так что ебошь, блядь, чтобы у тебя больше дамага было. Только не используй его сейчас, потому что, блядь... Кто я нажал? Кого нажал? Блин, я оружие сменил. Долбоёб, блядь, хули ты нажимаешь? Ты, блядь, скилл отведи этот далеко, блядь, чтобы не менять оружие. У тебя что, сосок нету? Ты без сосок бьешь? Ну, без сосок. Вот сейчас с сосками. А до этого убил без сосок, бля. О, новый скилл появился. Все, мы 30-е. Или ты какой? 30-й. Так, по идее, можно в другое место идти качаться. Полетели в город, Adventure, Scroll of Escape нажимай. Сейчас я позволю. Ты без сосок бьешь, блядь, идиот. Ты правой кнопкой один раз нажми, блядь, дурак ебаный. И они сами будут работать у тебя. Ты, наверное, левой кнопкой нажимаешь на них? Нет, я нажимаю их правым. Когда меняешь оружие, соски исчезают, если что. Неа. Да, исчезают. А, ну может быть, да, кстати. The Scroll Escape KML Village, да? Какой KML, дурак, блядь? Простой, Adventure который... Scroll Escape. Adventure, который, блядь. Все. Еще простые можно купить в магазине. А, кстати, мы забыли сундучки рунов Experience включить. Я сейчас включу экспа и спа, чтобы быстрее катятся. Открой их тоже. Короче, сейчас. Называется Rune of Experience... Да это самый последний, наверное, сундук, который остался. Да. А ты его не все еще не открыл? Нет, стоп. Нет, у меня один сундук остался. Begin Adventures Reframe Rain for Cement Pack. Так его думал больше... открыть уже надо было, я тебе когда говорил, блядь. Bigger Adventure Rain for Cement Pack этот? Открою уже, блядь. И там, короче, два сундука должно быть с XP и с SP. Я... Что за нахер? Чё? Эй, как эту хуйню снять? Какую? Ладно, похер, с ней побегаю. У тебя, короче, должны быть вот такие две поебени. И какой? XP? Да. Руны Expense и руны SP. Expense сун какой-то здесь, да, это всё. Открой их, чтобы они как руны выглядели, вот как у меня, посмотри. Ну все, они как руны у меня выглядят. А, ну все тогда нормально. Что у меня здесь еще? Shadow Need Magic Stuff, он мне не нужен. Надо тут продать некоторые вещи, они меня бесят. Мне, блин, меня бесит, когда много вещей в инвентаре. Леха, ты где? Так иди продай, только ресурсы не продавай. Где они? Рыболов. Смотри на мои волосы. Да пиздец. Можешь всякие шадоу итем, бронз, вот это вот все шадоу итем. Посмотри на мои волосы, это просто пиздец. Да мне насрать. У меня расческа в волосах застряла, достань. Слушай, блядь, что я говорю. Можешь, короче, всякие шадоу итем, бронзы, вот эти все выкинуть в корзину у себя, в сумке. Да? Да, нахуй они нужны, чтобы место бронзы не занимали. Бронзы вот эти, шадоу итем, да? Да, вот эти вот все шадоу, вот эти все выкинь, они не нужны нам. В сумку у тебя корзина, там разрушение есть. Я знаю. Вот. Нахуй они нужны, они, блядь, только место занимают. Читовый там бронз, это тоже? И соски всякие вот эти НГшные, которые только Дэшные не выкидывай, блядь. Не НГшные, мне сосок других нету. Но грейт, это тоже выкидывай, да? Одна соска всегда должна оставаться. Но грейт удались? Да, все, но грейт удаляй нахуй. Блин, прости, бро. Все. Wooden Spoon удалять? Ну, Wooden Gator удалять? Его продать можно в магазин лучше, чтобы денег были. Ну, там мало, но все равно. Shadow это тоже удалить.
Shadow, Shadow. Все удаляй. Короче, пошли. Сейчас я подумаю. Еще Squash Shirt это тоже удалить. Squash Shirt это тоже удалить. Короче, куда пойдем? О, у меня кого, какой-то кому-то. Вдвоем мы потянем. Пошли сразу в академию, короче. В Гудио телепортируйся. О, зря, у меня лук. Короче, давай быстрее, пиздуй уже. Сейчас, подожди, я тут удаляю всякую хренотень, которая мне не нужна. Все вроде. Куда это? Что ты говорил? В Глудио. Потом в Геран. А Глудио, потом Геран? Угу. Это у Носоватого говорить? Телепорт. Че тупишь-то, если телепортироваться надо? Ну, я не привык просто к этим бабам. Как говоришь? Глудио? Ну да, называется город. Towns of Gudion, ТП. Потом оттуда в Геран. Там, где торгуют пидорасы, да? Да, да. Пидорасы. Он может меда тут продать за 5 миллионов. Глудион, Глудион мне очень, очень много предлагает. Глудион. Это везде так. Можешь Alt-P нажать, у тебя меньше лагов будет. Так чем? Так это график чуть хуже станет. Не надо. Не, у меня пролагивается, когда я в Глудион, именно в Глудион пишусь. У тебя в Геране вообще лагать будет по-страшному, потому что тут народу много. Я в Геране уже был, где эти пидорасы, мне меньше лагало, чем здесь, когда я зашел. Ну где ты, давай быстрее. Да подожди, у меня пролагивает сейчас. Нихуя, откуда они нектары берут? Я вообще не знаю, как их добывать. Может, и с пчелиного сота? Дурак, блядь. Это значит какой-то ивент, просто я не знаю этого, и все. Может, в сундуках находят? Может быть, где-то. Хотя я сундуки уже открывал большого левела. Заказать билет, а что за билеты? Так, телепортироваться к The Town of Geran, да? Да, да, Геран просто и все. Че ты свои полные ебаные названия называешь? Коротко и понятно, блядь, Геран. Ты тупой, блядь, не поймет, блядь. Заеби. Тут подходи, короче, к гному, тут продать можешь медаль, которую ты выбил. Он сидит, блядь, за 5 миллионов. Где этот лысый гном? Куда пошел назад, блядь? А. Ну или там, у того же типа, короче, золотую медаль можешь продать. Где? А у кого лучше? Ну у кого дороже, вот у этого дороже вроде. 5-150 стоит. Идите нахуй! Ты не покупай, дурак, блядь, ты сейчас купишь какой-нибудь поединок за 8 миллиардов, потом будешь в долгу сидеть. Он по 400 лямов продает. Вот, у него золотую медаль продавай. Серебряную, которая светящаяся. У тебя 5 лямов будет, плюсу. 8 лямов. Ну вот видишь, ты мне должен, блядь, 4 за то, что я тебе давал, блядь. Ладно, дарюка. Я же чудо, не надо, у меня деньги есть, можешь не париться. Конечно, у тебя там по 800 миллионов. Не, у меня нету столько, дурак. Короче, подходи к крысе к этой, к Ларисе, блядь, телепорту. И выбирай там Хардинс Привет Академии. Нашел? Угу. Нажимай. Сейчас, я отойду, подожди. И, короче, иди за мной. Ну чё ты где, блядь?